11.05 на часах в эфире «Дневной разворот». Анна Лапшина, Ольга Болезина, а, наши гости все в масках. Анна только почему-то сегодня игнорирует. Нарушает. Возможно, режим. у нее антитела есть. Я вам не скажу. Мы сегодня в первом часе обсуждаем инициативу сокращения регионального... Парламента, инициатор Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания у нас в студии. Добрый день. И... и представитель молодежного парламента при ЗАГС собрании Егор Поспелов. Добрый день. Здравствуйте. Коротко про или не коротко про сам законопроект, который уже вроде обсуждался. Нет, про инициативу мы говорили. Я помню количество 40 человек. Это та цифра, до которой предполагается сократить численность законодательного собрания. Сейчас депутатов у нас, по-моему, 54, если я не ошибаюсь. Да. Роман о своей инициативе нам рассказывал, в особом мнении, и в дневных разворотах мы это обсуждали. Ну и, собственно, с момента внесения прошло, наверное, месяца три, были какие-то консультации, и вот сейчас это оформилось уже законопроект. Да, примерно так. Напомню, что инициатива родилась в августе этого года. У меня и у моих коллег это молодые депутаты, я, Федор Киселев, Равиль Нургалеев, это депутаты-одномандатники. По своему опыту работы в этом созыве законодательного собрания мы пришли к выводу, что действительно видим необходимость оптимизации числа депутатов при сохранении представительства по одномандатным округам 27 депутатов напомню сейчас и по нашему предложению избираются напрямую затем мы обсуждали эту тему и с коллегами очень внимательно следили за ее обсуждением в эфирах на телевидении в социальных сетях в материалах которые размещались с политическими партиями и собственно говоря за это время мы обрели немало сторонников как среди населения Стоит почитать только комментарии, как люди нашу инициативу поддерживают. На настоящий момент инициатива внесена. Она была внесена именно в качестве двух законов. Это первый закон о внесении изменений в устав Кировской области, второй закон, сопровождающий поправки в устав. Была внесена вчера, и под нее подписались уже не трое депутатов, которые стояли у ее истоков, а это, прямо могу поименно на полутора листах перечислить. Это уважаемые. Чьи там люди, подписи. И Бакин, Балыбердин, Гончаров, Басюк, Медведко, Виктор Иванович, Воронков, Сергей Дмитрий Валерьевич, Коновалов Геннадий Валерьевич, Сергей Манцемлидзе, Уткин, Еговкин то есть полтора десятка депутатов, которые нашу инициативу в ходе наших внутренних обсуждений поддерживают и согласились с ее внесением в законодательное собрание Кировской области. После внесения документа, что будет происходить? То есть я правильно понимаю, что рассматриваться она будет уже на ближайшей сессии? Да, она будет рассматриваться на ближайшей сессии, но и как и другие поправки устав Кировской области, э, этот проект закона, один из двух, подлежит обязательному общественному обсуждению на площадке Общественной палаты Кировской области, которая состоится, разумеется, э, до пленарного заседания. То есть дату будет определять сама Общественная палата, э, а сама общественная дискуссия, на мой взгляд, она уже состоялась там, и длится с августа этого года. Mm -hmm. Поэтому будет обсуждение, затем законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании ЗАГС-собрания. На общественное обсуждение в общественной палате обычные жители города смогут попасть? Насколько я понимаю, там эти обсуждения, они абсолютно открыты. Единственное, что в голосовании принимают участие все равно члены лишь рабочего органа То есть общественной, общественной палаты. палаты да. угу. А в обсуждении, конечно, жители могут принимать участие. Как жители, так и представители политических партий, которые у нас не представлены по умолчанию в составе общественной палаты. Понятно. То есть, вот фактически это произойдет в ближайшие, там, наверное, неделю-две, где-то так. Ну, да, потому что мы, честно говоря, внимательно всю критику проанализировали и услышали там либо аргументы, которые, ну, честно говоря, и нами самими подразумеваются по итогам. Угу. То есть, например, помню, коллеги говорили, что надо будет сокращать и численность аппарата законодательного собрания. Абсолютно поддерживаю это мнение и считаю возможным. И об этом вчера в эфирах СМИ говорил мой коллега. Коллега Федор Киселев э, рассматривать после принятия их законов, но это уже будет решать наверняка следующее законодательное собрание. Э, и следующий, с, следующий, следующий созыв, созыв угу. да. И сокращение аппарата законодательного собрания. Э, как минимум это сделать можно, э, но наверное даже первоочередной шаг, то о чем просили коллеги из оппозиционных фракций, это уменьшить количество госдолжностей в загс собрании. Сегодня предельные оплачиваемые ставки. Да, оплачиваемые ставки предельное их количество сегодня это восемь давайте вспомним просто историю российского там небольшую историю российского парламентаризма там в начале первом созыве представительных органов все депутаты работали на неосвобожденной основе они из трудовых коллективов приезжали принимали решения и затем шли работать на свои места не теряя связи там с территориями и с округами и с трудовыми коллективами на мой взгляд это абсолютно правильно но еще раз мы этим проектом закона мы Рассматриваем поправки в Устав, где мы вот все эти вещи просто отразить не можем. Там mm -hmm. э, внутренняя работа ЗАГС Собрания уставом не отражается, а вносить какие-то другие инициативы пока без принятия этих законов мы считаем неправильным и невозможным. Но идею саму поддерживаем. Угу. То есть со стороны инициаторов законопроекта все-таки вот эта история с сокращением оплачиваемых должностей, она а, поддержана? Я ее просто вижу по умолчанию, и это совершенно важная инициатива по, и по сокращению аппарата, точнее, по сокращению должностей, а затем по сокращению обслуживающих их сотрудников аппарата. Угу. Потому что как раз вот во время тех общественных обсуждений, которые шли угу. широко там на площадках СМИ, да, и может быть и в социальных сетях где-то разные высказывались точки зрения на этот вопрос угу. именно по сокращению оплачиваемых ставок. То есть говорилось с одной стороны, что да, хорошо мы поддерживаем, с другой стороны мнение было прямо противоположное, предлагалось наоборот расширить количество оплачиваемых должностей, чтобы люди занимались исключительно вопросами вот этих. Законодательными, чтобы не получалось это так, что ты после работы пришел, там какие-то дела еще поделал, в 12 ночи сел и начинаешь, значит, вот законотворчеством заниматься. Она ну, действительно во многих точнее, в некоторых, не во многих, в некоторых регионах страны, как и в Государственной Думе, все депутаты они сидят на освобожденной основе. Честно говоря, я не вижу, чтобы это каким-то великим образом отражалось на эффективности их работы. При всем при этом, ну давайте, мы говорим про Кировскую область в существующих экономических реалиях, когда мы при формировании бюджета следующего года понимаем, что мы по доходам, дай бог, на уровень 2019 года вылезем, в силу известных всем обстоятельств, угу. ставить вопрос об увеличении или о том, что все депутаты были на зарплате бюджета, и народ не поймет. И позволить себе этого мы объективно не можем. Но, наверное, с чем соглашусь тоже, вот была критика, по-моему, Анатолия Михайловича Чурина, что надо как-то э, развивать работу фракции в законодательном собрании. Э, действительно, я эту инициативу тоже отчасти поддерживаю. Если, к примеру, мы не будем ставить вопрос то есть решаем вопрос о сокращении числа оплачиваемых депутатов, но э, аппарат мы можем перераспределить чтобы этот аппарат работал эффективно за фракциями на сегодняшний момент за фракциями фактически есть только закрепленные сотрудники, угу. а я считаю это мое личное мнение, что у каждой фракции должен быть свой аппарат для того, чтобы не звучало никогда никаких аргументов, что якобы там правовое управление кто-то работает только на одну фракцию нет, вот я считаю перераспределить можно. А это пропорциональная будет история, то есть в зависимости от количества депутатов каждой фракции? Да нет, я думаю, что эта история она должна быть, вот, там, грубо говоря, минимум два сотрудника на каждую фракцию, это объективно. Вне зависимости от количества человек. Да, люди смогут помочь писать депутатские запросы, количество которых, опять же, от размера фракции, ну там нет никакой прямо пропорциональной зависимости. Угу. А обсуждается ли вот еще какой вариант, это по поводу, опять же, оплачиваемых ставок распределить эти оплачиваемые ставки не в зависимости от того, кто какой пост занимает, от какой фракции в законодательном собрании, а условно говоря, есть четыре, например, оплачиваемых ставки или пять. Mm -hmm. Одна из них э, спикеру, естественно, да, потому mm -hmm. что спикер у нас на профессиональной основе так и останется, Ну, это я да, понимаю, это да? точно. Это человек, вот. который вот постоянно работает. Оставшиеся, например, четыре распределить по оплачиваемой ставке для каждой фракции. Чтобы ну, в каждой фракции был человек, который на профессиональной основе может заниматься законотворчеством. Это обсуждается вообще, или это, вот, ну, это нереально? Это, я... это, это, это внутренняя кухня, сделать mm -hmm. это вполне реально, но это воп вопрос межфракционных договоренностей. Пока таких договоренностей нет, но если кто-то считает, что прямо у нас там какие-то огромные аппараты, вот у меня э, один сотрудник это вот, ну, мой мой сотрудник, собственно говоря, который со мной вместе работает над запросами, над всем. То есть никакого раздутого механизма замов, конечно, mm -hmm. нет, но вполне возможно, что. Чтобы эти люди вели фракции, например, в будущем созыве. Но, опять же, это внутренняя кухня будущего созыва ЗАГС это, это уже решать Наши депутаты. законы касаются будущего созыва, mm -hmm. потому что и действовать они начнут только с момента избрания законодательного собрания седьмого, следующего созыва. Напомните, Роман, когда это произойдет? Выборы будут меньше, чем через год, наверное, если все произойдет по плану, ну, в плановом порядке угу. то есть это сентябрь следующего года, э, обсуждаются какие-то в разных телеграм-каналах. Э, Передвижение апрель, на весну. Ну, понимаете, там это можно языки почесать и мозги поупражнять, но пока мы ориентируемся на сентябрь следующего года. Угу. 10 месяцев осталось, получается. Получается, да, 10 месяцев. Ну и итоговые цифры тогда, итоговый расклад, что называется, по количеству депутатов. 27 останутся депутаты, избираемые в одномандатных округах по этой системе, да? да и 13. 20, 27 одномандатные округа, то есть это столько же, сколько сегодня. Перекраивать эту систему мы считаем неправильным и невозможным, потому что это будет... Полная перекройка всей системы территориальных избирательных комиссий. Это долгий, тяжелый процесс, который быстро просто не провести. А, соответственно, 13 депутатов будут представлять политические партии по спискам. Звучит вопрос, что вроде вот тем самым там Единая Россия что-то пытается как-то списочников там передавить вот и прочее, прочее, да речи об этом. Нет, более того, мы считаем, что это в конечном итоге и способствует, поспособствует, скажем так, укреплению позиций списочников, потому что, соответственно, списочных округов, да, пропорциональных округов их будет, ну, то есть в каждый списочный округ будет примерно входить там, два действующих избирательных округов из 27. Угу. То есть за списки политических партий будет голосовать больше людей, что добавит веса тем депутатам, которые будут проходить по спискам. Вот. Если говорить там о, о, о мотивах наших, в числе прочих, ну, это помимо там мотивов там, некой экономии, мы, мы сами называем этот внутри закон, закон о 40 спартанцах, то есть такие поджарые, подтянутые, эффективные и боеспособные. Но мы говорим еще о том, что почему мы не трогаем число одномандатников, потому что одномандатник это человек, который избирается вне зависимости от политических предпочтений людей, он избирается как личность, да, как персона, которой люди доверяют. Если мы давайте посмотрим на списки, то в списки ряда политических партий на прошлых выборах возглавляли люди, которые, очевидно, не планировали работать в законодательном собрании Кировской области. Например, То есть они шли паровозами? Это так, ну, Владим так Владимир Вольфович Жириновский, по-моему, в большинстве территорий выдвинулся, как и возглавлял список ЛДПР, как Кирилл Игоревич Черкасов второе место занимал. Очевидно, он планировал работать не в ЗАГС а в Государственной Думе. Список э, партии «Справедливая Россия» возглавлял Доронин, который тут же отозвал сразу же после избрания э, себя там э, и передал свой голос там, следующему по списку, по-моему, там Василий Куприянович Сураев был. То есть вот мы говорим о том, что должна быть конкуренция идей, конкуренция людей, но не конкуренция э паровозов, то есть отмечу, что вот паровозов не было ни в Единой России, то есть все люди, которые шли по списку, включая нашего сенатора Тимченко, он вошел в став ЗАГС собрания, от ЗАГС собрания он был делегирован в Федеральное собрание Российской Федерации. В КПРФ точно так же, то есть все три лома, которые возглавляли партийный список, они все работают в ЗАГС угу. Кировской области. То есть этим как-то не грешили. И хочется, чтобы, опять же, люди отдавали свои голоса за конкретных людей, которые будут их представить по территориям. Спросите, вот прийти на округ на избирательный, спросите, вот кто вас представляет. Одномандатника вспомнят, списочника не вспомнит никто как правило, потому что кто пойдет от этого округа по списку решают не люди, в конце концов, а решают политические партийные функционеры, которые даже могут передвинуть, ведь не буду называть фамилии, но были примеры, когда от одного из округов был избран представитель оппозиционной партии, который через год ушел и отдал свое место человеку, который вообще был никому не известен, который где-то там далеко в списках был. Я не хочу в эту кухню углубляться, но вопрос, если тебя никто не избирал, то кого ты представляешь тогда? Вот. Этим мотивом мы тоже руководствовались для того, чтобы ну, людей не дурить, и чтобы люди четко знали, кого они выбирают. Но при этом количество одномандатников решено не сокращать. Почему? Потому что как раз эти депутаты работают ну, фактически на, на округах и своих. одномандатника либо переизберут, доверив ему как бы повторное представительство территории, Оценив его эффективность, либо не переизберут, и тогда его место может занять в том числе там, и представители оппозиционной партии. Мы вообще здесь никакой, как это сказать, партийных интересов мы здесь не усматриваем. Мы прекрасно понимаем, я об этом говорил в этой студии, что по многим городским округам, например, полный шанс имеют пройти представители оппозиции. Мы уважаемых, и я искренне считаю, что без оппозиции нормальная демократия невозможна. Эти люди представляют иную точку зрения, держат в тонусе и власть, и коллег депутатов, и имеют полное, абсолютное законное право, если им избиратели доверят, работать в парламенте. Без них эта работа будет невозможной. Не понимаю, чего они так упираются. Ну, возможно, тут история такая, она тоже была озвучена во время обсуждений, в том числе и в наших эфирах. Это история с, ну, с, конкуренцией бюджетов, что называется. Да? То есть говорится о том, с одной стороны, что у оппозиции меньше финансовых, в том числе, возможностей, меньше, может быть, поддержки какой-то да, для того, чтобы продвинуть своего кандидата одномандатника. С другой стороны, и действительно есть и такое тоже мнение, что человек, который что-то делал уже для города как-то известен в этом городе он может вполне себе без всякой финансовой там основы каких-то больших финансовых вливаний выйти потому что его уже все равно знают абсолютная правда а если отвечать на первый вопрос опять же не буду называть никаких имен фамилий партий но э, стоимость кампании по одномандатному избирательному округу сильно ниже чем, чем стоимость Некая стоимость взноса для попадания на проходное место в список сильно это в несколько раз. То есть просто люди понимают, что если ты в списке на проходном месте вообще делать ничего не надо, ты можешь не отдыхать там на дальних морях, на крутых берегах и совершенно не работать в территории. Одномандатник не может не перепахать территорию, потому что иначе за нее никто не проголосует, как там за персонале. Поэтому оба этих аргумента, они звучат, я их слышу, но прекрасно понимая изнанку вот этой вот политической кухни, я эти аргументы серьезно не воспринимаю и считаю, что это лукавство. К Егору Поспелову переходим как к представителю молодежного парламента. И я так понимаю, что молодежный Который парламент. Который никто это, не сокращает. Это, это, это не да, кстати. Но, а вот, это вот. хорошая мысль. У меня тоже одна сейчас пришла. Вот. А, ну, я так понимаю, что все таки молодежный парламент, ну, в некотором смысле это основа, да, действующего парламента, потому что люди, которые работают там, они, ну, если заражены этой идеей, могут, собственно, выдвигаться и, 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 и вот в большой уже парламент, если этого захотят, и если есть у них для этого там, ну, какой-то наработанный бэкграунд. Соответственно, вот седьмой созыв законодательного говорят. собрания это то место, куда, ну, Некоторые представители молодежного парламента могут хотеть попасть. Да? И вот в истории, когда э, депутатов будет меньше, вы, Егор, видите все-таки больше плюсов или больше минусов? Ну да, конечно, безусловно, у этого вопроса есть две стороны медали. То есть э, это значительно усложняет для молодых потенциальных депутатов проход в законодательное собрание. Но, с другой стороны, вот, лично я за сокращение Спасибо. количества депутатов, потому что, первое, это экономически выгодно, то есть это сокращается количество депутатов. И если мы сегодня посмотрим на статистику депутатов, сегодня я зашел и посмотрел ее за эти четыре года, есть депутаты, которые не вынесли ни одной законодательной инициативы. Я не говорю, что они были неэффективны, потому что есть у депутата и другая сторона деятельности, о которой, может быть, он даже и не рассказывает, представительская функция. Но законодательских инициатив нет. У некоторых депутатов до сих пор за 4 года работы в парламенте. То есть я считаю, что лучше сократить, как и молодежный парламент, количество депутатов, и чтобы они были более эффективны. Будет конкуренция выше, они будут лучше работать. Что касается вот молодежного парламента, то есть да, вы сейчас как раз упомянули об этом. Я считаю, что этот вопрос нужно поднять, потому что у нас сейчас даже молодежный, молодежный парламент недокомплектован, у нас есть свободные места. И его сокращение, я считаю, целесообразным по той же самой причине. Будет удобней э, коммуницировать, будет удобней э, организовать работу всех людей. И я считаю, что тут только положительная сторона. Сколько сейчас в молодежном парламенте работает человек? Мы полностью копируем законодательное собрание: 54, 54 места, и не все они заняты, да? Но ну, да. не могу не отметить, что даже и числа тех людей, которые сегодня работают в молодежном парламенте, не все как-то одинаково эффективны. То есть вот есть Далеко люди, да, люди, которые принимают участие активное, в том числе в работе ЗАГС собрания. Я из числа молодежного парламента нескольких помощников себе взял, которые работают, и они со мной в контакте просто вот круглые сутки. А есть люди, которые ни разу ни на один комитет даже не пришли и прогуливают, в том числе и комитеты молодежного парламента. То есть, ну вот, к сожалению, мы видим в малой ситуации отражение некое там большой ситуации. Только молодежный парламент как зеркало определенное. Может быть только чуть-чуть кривоватое. Да, в молодежном парламенте есть обязанность вообще посещать комитеты, хотя обязанности на нет. Но тогда зачем же ты в него шел, если ты не хочешь э, в этой кухне вариться и работать. Э, работать, да? То есть молодежный же парламент создан для того, чтобы мы не то чтобы еще генерировали прямо законы, угу. как большой парламент. Молодежный парламент создан для того, чтобы мы научились это делать, чтобы молодежь поняла, как это работать, что это вообще за кухня. Но и с другой стороны, чтобы большой парламент мог от вас какие-то инициативы, может быть, да, получать и, там, не знаю, обратную связь какую-то. Ну, то есть, мы все равно, мы, многие вопросы, молодежь видит по-другому, как да. взрослые люди. Себя я не знаю, как причислить по статусу в 34 года, то есть, я все-таки отношусь сейчас по закону до 35 к молодежи. Все еще да. Да, могу себя отнести. Кстати, что касается предыдущего вопроса эффективности, как человек, который как раз организовал в предыдущем созыве работу молодежного парламента, могу сказать, что да, действительно. То есть постоянные проблемы у нас были с посещаемостью у некоторых членов молодежного парламента. В прошлом созыве мы их исключали, и в этом созыве мы их исключаем. То есть, эта работа, ну, постоянно, то есть, происходит. Но а, есть молодежь инициативная, но она не идет в молодежный парламент. Тоже по каким-то разным причинам, то есть, их много. А вот я считаю, что нужно преобразовать и наибольшую эффективность вот этих а, членов тоже повысить тем самым. Не могу отделаться все равно от мысли. Вот э, всем говорим об неэффективности вообще, но это получается претензия к существующему созыву, что туда попали люди, которые там... К механизму, а следовательно. Вот, либо механизм. Значит, мы не можем найти разом 54 человека, которые будут все там 100%, я ну, не знаю, да, 90% эффективны. Получается это какая-то проблема уже, не знаю, парламентаризма, проблема пассивности, неверия, что ты там... Можешь что-то сделать, если станешь депутатом, вот в чем какой-то круг в некотором смысле может быть. Мне кажется, знаете, там, если Гумилева того же вспоминать, то пассионариев их никогда не может быть бесконечное количество, их всегда количество ограничено. И, и, каждый... и почему все эти вот пассионарии не в законодательном собрании-то? Вы знаете, там, опять же, если говорить про уважаемых представителей оппозиции, то ряд пассионариев, которые себя активно проявили за последние годы в качестве общественников, на мой взгляд, могут найти вполне себе реализацию по конкретным округам, где они отработали, опять же, без фамилий, чтобы агитацией не заниматься. Там, это вопрос, опять же, партии, чтобы по них мобилизовали на следующих выборах с учетом возрастающей конкуренции как по округам. Мы же на округа сокращая количество списочников, мы тем самым выводим на округ Тех людей, оппозиционеров, которые активно работают в региональном парламенте прошли туда по спискам, но сейчас они будут вынуждены идти на округа, и вот там будет настоящая конкуренция этих самых пассионариев, как из числа общественников новых, так и из числа действующих депутатов городской или думы или законодательного собрания. Конкуренция это важно, ведь мы когда к врачу идем, мы выбираем врача не того, который там самый красивый или самый красноречивый, а того, кто будет эффективно лечить. Так и здесь, то есть если человек показался в качестве общественника как, скажем так, того, кто эффективно решает проблемы людей, Людей, за него люди придут и проголосуют, будь он представитель партии «Единая Россия» или будь он представитель оппозиции. Вопрос в рекрутинге этих людей. Я считаю, вот. что этот механизм должен работать. Егор вот участвует в одном из федеральных механизмов рекрутинга, угу. это конкурс Лидера России. Политика». То есть он пассионарий там, ему не сидится на месте, и он хочет там идти выше и выше и выше. То есть он пытается найти себя. Думаю, что на следующий выбор они как раз обострят и механизм конкуренции среди людей, между партиями за вот этих самых общественников активных. То есть я правильно понимаю, партии вынуждены будут сейчас ну, проводить какую-то, я не знаю, там кадровую, условно а говоря, работу. Однозначно. Смотреть на тех, кто уже завоевал себе mm -hmm. ими репутацию, и этих людей вовлекать в работу законодательного собрания. Конечно, конечно, и когда вот представители оппозиции говорят о том, что у Единой России на округах есть преимущество, потому что Единая Россия рекрутингом активных людей занималась достаточно давно, а многие политические партии перед выборами, представляя себя на округах, только приезжают туда на автобусе ярко раскрашенном и раздавая, значит, деньги в обмен на наказы. А сейчас так не пройдет, и поэтому надо будет заниматься рекрутингом в первую очередь и представителем оппозиции для того, чтобы округа одномандатная Активными людьми известными на территориях закрывать. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания, Егор Поспелов, представитель молодежного парламента при ЗАГС Кировской области в нашей студии. У меня, к сожалению, часов нет. Я вот не понимаю, время перерыва уже подошло или еще нет? 11.30. Да, нам пора на рекламу, и через полторы минуты мы снова вернемся. Продолжаем говорить об инициативе о сокращении количества депутатов законодательного собрания. Инициатива оформлена в законопроект и а, будет внесена на ближайшее. Уже внесена. Уже внесена, собственно, да, и будет обсуждаться на ближайшем пленарном заседании. Роман Титов в нашей студии, вице-спикер ЗАГС собрания и автор инициативы, один из авторов, угу. да. И Егор Поспелов, представитель молодежного парламента при Собрании Кировской области. У меня еще такой вопрос. Вот эта история с сокращением числа депутатов. Она как-то будет менять расклад сил для голосования по каким-то важным вопросам, инициативам? Ну, я напомню, там, да, изменения в какие-то такие знаковые для нашей области документы, они же там регламентированы ну, как-то где-то две трети депутатов, где-то половина. Как это будет Будут работать? две трети от 40 депутатов. Точно так же? Да, то есть не надо будет вносить изменения, поскольку занесен в законы не численный показатель, uh -huh. а пропорция. То есть, соответственно, две трети и будут принимать решение, это уставно большинство, то есть для необходимы для внесения изменений в устав Кировской области, поэтому сохранится, сократится представительство политической партии совершенно в равном объеме, то есть и для единой России оно сократится по спискам, и для оппозиционных партий а цена этого еще раз говорю, Голоса. цена списка она вырастет все больше и больше людей будут соответствовать список голосовать. Кстати, тоже тут при, пришлось слышать пару раз из уст коллег оппозиционеров, что вот мы Значит, оппозиция вообще победила, оказывается, на выборах 2016 года в Кировской области, и поэтому непонятно, что тут Единая Россия вообще в парламенте у нас большинство имеет. Я вот силился эту логику понять. Вчера, кстати, снова звучало у моего коллеги Владимира Александровича Костина. Пришел к выводу, что, видимо, просто просуммировали количество голосов отданных за все оппозиционные партии, включая коммунисты России и «Яблоко», и количество голосов отданных за Единую Россию, но это по спискам, но мы не берем в расчет одномандатников. То есть такая арифметика совершенно кривоватая, И вот прям, ну, аж, когда я это слышал. То есть, вот давайте так. То есть, кто побеждает на выборах, тот и формирует э, органы законодательного собрания, тот и имеет большинство, поэтому ну чего про это говорить. Выборы 2016 года, итоги их никем не оспаривались, по округам там, соответственно, заявлений каких-то огромных нарушениях не подавалось, поэтому вот статус-кво есть. В следующем ЗАГС собрании статус-кво будет совершенно другим в силу того, что появились новые люди, новые расклады, изменилась политическая ситуация. Владимир Костин, я правильно понимаю, сказал про то, что во время голосования по спискам оппозиции вся солидарно набрала больше, чем Единая Россия. Единая Россия включая тех, взяла, кто туда не попал. Взяла да. одномандатниками а, большинство, там, да, вот, ну, преимущество свое да, Про это говорилось? Да, про это говорилось, но, опять же, такое суммирование невозможно, потому что между яблоком коммунистами России и, например, ЛДПР или КПРФ или Справедливой России общего, ну, как правило, там, вот, Ноль. Ну, не всегда у них получается. Совершенно разная платформа. По поэтому так давайте будем, да. там, не знаю, КПРФ, там, с Единой Россией. У нас у этого альянса мощные перспективы, например, там, да. То есть так играть в цифры нельзя. И э, такие аргументы какие-то совершенно, ну, на мой взгляд, заоблачные и далекие от понимания. Кто победил, тот и сформировал. Все регулируется законом, избирательным законодательством, ничего нового тут придумывать не надо. Поэтому на выборах прошлого ЗАГС-собрания, безусловно, победила Единая Россия. И каждая оппозиционная партия взяла ровно вот столько за нее, сколько проголосовала. Еще такой вопрос. А, ну ладно, Ольга, а, да. Роман, вот вы говорите о том, что оппозиция нужна в законодательном собрании. Абсолютно. А, когда у нас в нынешнем созыве большинство одномандатников, это Единая Россия, все они сохраняются, за одномандатников часто и повторно голосуют. Они работают, их знают, люди часто Лицо. да, по инерции, там, ну или когда-то появляется новое лицо на выборах, люди предпочитают голосовать за тех, кто знаком. То есть гипотетически у нас там еще будет снова там, не знаю, 25 одномандатников. По спискам тоже... Это про Единую Россию, да. вы говорите? Да, 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 да. да. Сейчас по 26, по-моему, да? 26, и я бы вообще не взялся загадывать за то, что их вот от Единой России будет там 25 или сколько-то. Опять же, это вопрос политической конкуренции раз. Звучит некий там, для меня очень странный тоже аргумент, что якобы... Многие представители Единой России, когда идут на выборы как одномандатники, они скрывают, скрывают свою партийную да. принадлежность. Объясните мне, как можно скрыть свою партийную принадлежность, если ты выдвинут политической партией по одномандатному избирательному округу? Это значится в избирательном бюллетене, это значится во всех материалах, которые там на сайте избиркома в избирательных комиссиях на месте висят. То есть вот там Роман Титов выдвинут политическая партия Единая Россия, и в агитационных материалах тоже написано там, что человек либо является там сторонником партии Единая Россия либо является членом Партии Единая. А Россия. самого как, движенцем как... человек, одномандатник может идти? Конечно, может. Так. Ну, то есть может быть ведь и такой вариант, я думаю, что. Об это этом говорилось, шла речь. что как будто бы это уже произошло, а, но у нас угу. самых движенцев, которые от Единой России на прошлых выборах шли, не было и предположу, что их в этот раз не будет. Ну, не могу говорить за всех там, но, но я точно пойду на эти выборы от той партии, которая меня выдвинула на предыдущие выборы. От партии «Единая Россия». Хотя членом этой партии я не являюсь, о чем многократно говорил, но являюсь членом фракции и абсолютным сторонником этой партии. Но тут речь, скорее всего, о том, что это не обязательная история. То есть, если ты не выдвинут политической партией, а идешь одномандатником... Можно. А, а если ты выдвинут политической партией, по умолчанию значится, что ты выдвинут То есть, тут вот, ей-богу, это, опять же, передергивание, которое к реальности не имеет никакого отношения. То есть люди голосуют за человека, но прекрасно понимая, какую политическую силу он представляет. Все остальное это вот от лукаво как-то все. А вот к вопросу об оппозиции давайте вернемся. Допустим, в следующем созыве у нас будет, я не знаю, пять депутатов, не единоросов, ну, шесть. Да а, нет. Вы, вы знаете, что нет, будет значит, больше? Смотрите, вот по умолчанию, то есть вот если у нас на выборы там ну четыре политических партии пойдут то каждая по умолчанию если они преодолеют барьер по одному списочнику получит там вот угу. уже как бы три 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 списочника от э, оппозиции, оппозиции. все остальное по округам опять же тут свою внутреннюю кухню из головы вываливать не буду но я точно вижу что есть округа которые перераспределятся от Единой России в пользу оппозиции в силу того что вот ну по ним такая ситуация динамика сложилась вот последние четыре года я там долгое время занимаюсь там политическим анализом я эти Округа вижу, например, в первую очередь там это городские округа, где себя сильно показали представители э -э, городской думы, оппозиционеры. То есть, э -э, мы вот, э -э, потенциальных кандидатов в законодательные собрания видим сейчас в числе депутатов от оппозиции, работающих в городе. Это работа ума, не более того, но я их вижу. Uh -huh. И их количество отнюдь не сводится к пяти человекам, и шансы у людей абсолютно хорошие. Плюс давайте смотреть, там, куда пойдут. Куда пойдет Владимир Костин, может быть, в списке останется, может, на округ Ольга Сыкчина, uh -huh. Леонид Сандалов, Сергей Редькин там, и другие люди, которые сегодня работают в оппозиционных партиях, но которые там, известны так или иначе. Поэтому точно к пяти не сведется. То есть парламент полностью единомышленников и представителей «Единой России» мы... Не, не увидим. Не увидим. Это невозможно. Это невозможно, в том числе с учетом изменившихся рейтингов политических партий. Давайте просто вот посмотрим, там статистика, да, на прошлых выборах Единая Россия за список да, получил 35,9. Мы сегодня понимаем, что общероссийский уровень поддержки, людей, поддержки да, это 31-32% он изменился. У оппозиции, там у кого-то эти рейтинги упали, у кого-то они серьезно повысились. Это мы по России говорим, а не про Кировскую uh -huh. область, где цифиль там немножко другая. Поэтому абсолютно будет и конкурентная выборная кампания, и будет конкурентное законодательное собрание. Иначе быть не может. Ну вот здесь как раз опасность в том, что ну, знаковые, так скажем, фигуры, которые раньше, условно говоря, были в списках, да, сейчас вынуждены будут переходить на одномандатные круга, чтобы побороться там за это кресло. Я про оппозицию говорю, и в списках не останется ярких лиц, возможно. Ну, во-первых, что, что... запасных-то у Единой России и оппозиции они разные. Это ведь вопрос к оппозиции, а не к Единой России, почему у них такая скамейка запасных раз. Во-вторых, ну, еще раз повторюсь, я считаю, что наиболее серьезная конкуренция, именно конкуренция людей, а не политических партий, а политическая партия, знаете, там это вывеска, да, за которой могут скрываться люди совершенно разные по взглядам, которые вот в рамках общей платформы имеют вот собственные точки зрения. А когда ты идешь на округе и работаешь с людьми, и говоришь с ними, ты говоришь с ними как человек, а не только как там, представитель некой партии. Это конкуренция, значит, по каким-то округам, с учетом того, что, еще раз, ресурсы на одномандатный округ меньше нужны, чем на попадание на проходное место в список. И сейчас, я так понимаю, цена этого места в списке, она еще вырастет. На одномандатные округа пойдут реальные конкуренты, которые будут побеждать в реальной конкурентной борьбе. Я считаю, это хорошо. Не понимаю, чего коллеги этого так опасаются. В люди, конечно, ходить первый раз всегда страшно, когда ты начинаешь по дворам ходить, там и бабушки на тебя обрушивают э, проблемы Гнев, нехватки свой, инсулина, да. текущих сетей, не программ программы капремонта. Ну, так оно и есть. Там, люди не должны вообще уходить в период там, между избирательными кампаниями с округов. Я считаю, это мы формируем хорошую политическую практику не только для следующего созыва, но на десятилетия надеюсь, вперед мы с этим числом будем работать. Напомню, что предыдущее число, это 54 депутата, оно появилось в 1997 году. При несколько иной численности избирателей, кстати, в Кировской области. Больше да? было? Больше, да, было. Сейчас мы на грани стоим. То есть напомню, что закон определяет вот от миллиона до двух миллионов, это от 35 до 90 депутатов может быть в ЗАГС собрании. Мы по нижней планке то есть миллион с хвостиком идем mm -hmm. сейчас. Если мы ниже миллиона, не дай бог как бы уходим, то тогда это количество там, оно еще там... Ниже. Оно сокращается до 35? Оно, нет, оно сокращается в, до диапазона между 25 и 70. Ага, понятно. Вот. Ну, давайте посмотрим там, кстати, вот, как, как у нас по другим территориям. То есть вот Нижегородская область 50 депутатов на 3,2 миллиона человек. Оренбургская 47 на 2 миллиона человек. Пенза плюс-минус, как мы, 36 депутатов на 1,3 миллиона человек. То есть вот пропорция, которую мы сейчас предлагаем, она это очень пензенская пропорция. Ну, она ну, а вот она вот, близка. Да, а во времени, вот мы же с вами все выросли в стране, где в Госдуме 450 депутатов. Я выросла при ЗАГС собрании, где всегда было 54 депутата, и теперь это кажется действительно наступлением на какие-то. слом традиции. Пустой, да. Слушайте, есть такие традиции, которые надо ломать, потому что они времени не соответствуют. Кстати, вот если уж предысторию брать, я вот специально э, думал, а, 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 когда вот у меня идея зародилась в голове по сокращению числа депутатов, я посмотрел и впервые ее предложил несколько лет назад на федеральном уровне в Госдуме Владимир Вольфович Жириновский, который предложил всем ЗАГС-собраниям, не помню такого уровня, но примерно ну, 50 там... Раз он сказал, вот так 50% он говорил. Да, на 50% сократить. Коллеги наши кировские что-то забыли про то, что их большой вождь в свое время эту инициативу предлагал. Но ну, ничто не сбывается так быстро, как какие-то вот обещания, к сожалению. <связывая> Понятно. А, еще. Кстати, минуту у нас остается. Да, еще такой вопрос. А, да, Егор. Хотел бы вот реплику как раз добавить mm -hmm. то, что и вы говорили о том, что некоторые депутаты они будут бояться выходить в люди. Это да, действительно так. То есть, когда я свою работу общественника вообще mm -hmm. начинал и сам по себе просто уже выходил в люди по теме ЖКХ, mm -hmm. когда ты не знаешь, что людям сказать, это действительно тяжело. Когда ты знаешь свою тему, когда ты знаешь, как решить эти проблемы, когда ты знаешь, что им сказать, и как эту проблему решить. То ничего сложного нет. У меня это никогда не вызывало сложности, несмотря на то, что мне было там 20 с хвостиком. Угу. И хотя я в теме только-только начинал разбираться. Вот эта вот ЖПХ. традиция страха общаться с людьми, вот ее точно нужно ломать. Роман этим занимается. Именно поэтому мы с ним еще и в следующем чаще, чаще встретимся, потому что будем Но говорить уже по другой о другом. Теме. И Роман тоже в теме. Спасибо. Да, спасибо большое. Так, эту тему мы закрываем. Сейчас уходим на перерыв с Егором Поспеловым, представителем молодежного парламента при ЗАГС-собрании. Прощаемся. Роман с нами остается. Всем до свидания. До свидания.